Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня речь пойдет об апельсине Мора. Это самый кровавый апельсин. Ну, не самый-самый, но один из самых кровавых. Вот это вот моя прививка, привита за кору на таком высоком штамбе на дичок. Я не знаю, какой дичок. Какой попался, купила, на то и привила. И с него уже отвалилось два плода. Вот остались плодоножечки свежие, а два плода уже отвалилось. Вот у него уже есть бутоны, и вон там бутончики есть. А когда растение начинает заново цвести, оно сбрасывает плоды, потому что ему тяжело и плоды растить, и новые бутоны. Этот экземпляр от Тинтари. Тоже он получился очень высоким. Вообще дерево довольно-таки энергичное, с хорошей силой роста. И тоже много плодов у него. Сорт позднеспелый. И сейчас мы посмотрим, насколько он уже сильно окрасился, потому что началось много приростов. Все цитрусы почуяли весну, начались приросты. И начался сброс завязи. Я живу на юго-востоке Украины, это район Приднепровья. В нашем регионе сорта кровавых апельсинов или мандаринов, амуа, они не набирают, кожура не набирает кровавого цвета, ну и красного бочка даже не набирает, она так и остается желтой внутри, желтой снаружи. А то, что эти сорта вообще набирают кровавую мякоть, доходят до такой кондиции, это уже хорошо, потому что мы не Италия, мы не Сицилия, у нас недостаточно солнечных дней, недостаточно солнца, недостаточно жарко. И купили такой экземпляр, неважно где это, будет итальянский питомник или чешский, или это частная коллекция. Первый урожай может вообще не покраснеть мякоть. Она может так и остаться просто слегка оранжевой. Так что вы не расстраивайтесь. Как правило, первые плоды, они не набирают пигментацию вообще. Если у вас такое случилось, дайте апельсину, второй шанс обязательно. Вот тут верхний, самый верхний плод, он как бы немножко с розовым носиком. Сейчас мы его срежем и посмотрим, что получилось. Вот эти два плода, они отпали от моей прививки, от дерева, которое я прививала. Вот ложка столовая для масштаба. Как бы плоды у этих сортов, они не крупные. Вернее, у сорта Мора он не крупный. Вот, это два плода, которые отпали. Сейчас мы разрежем. Вот такой у них насыщенный, довольно-таки насыщенный и очень хорошо насыщенный цвет. Но попка у них еще не дооткрасилась. В принципе, они не зря отпали. Есть даже семена. А вот краешек будет еще не набравший пигментацию. Вот так вот получается. А это плод, который срезали мы сегодня. У него немножко как бы покраснел носик. И он тоже сок капает. Вообще такой малиновый-малиновый. Вот такие плоды получаются у Мора. В принципе, у него уже достаточно хорошая пигментация. Он хорошо набрал и цвет, и вкус. Вкус у него ягодный, такой с малиновым ароматиком. Мора – это тот сорт, который должен повисеть на дереве до упора. Прям вот максимально долго. Пока плоды сами не начнут отпадать. Тогда они набирают максимально сахара. То есть не спешите обрывать плоды на апельсине Мора. Плоды на дереве еще останутся висеть, пока не начнут сами отпадать. Тогда я еще посмотрю и вам покажу, какая у него будет максимальная пигментация. Окрасится ли еще у него также попка. Так же, как носик, хотелось бы, конечно, увидеть. Но посмотрим, получится или не получится. Может быть, уже солнце будет больше, и они ярче и лучше окрасятся. Растите цитрусы у себя дома, радуйте своих родных и близких вкусными и полезными плодами, экопродуктами, без ГМО. И вот такими вот уникальными в своем роде апельсинами. Оставляйте комментарии. До новых встреч!